Учителя начальных классов обменялись опытом. Накануне в Анапе состоялся семинар-совещание на тему «Векторы совершенствования наставнического движения в образовательных организациях». В нем приняли участие заместители директоров школ, а также опытные и молодые педагоги. Донести до педагогов главное, что чем отличается обновленный ВГОС от ВГОСа предыдущего, какие программы, как разрабатывать программы, работать в конструкторе. Ну и все методические и нормативные документы тоже освещаются на этом мероприятии. Вот. У нас будет открытый диалог, когда будут педагоги задавать вопросы. И если есть ответ из аудитории, значит, педагоги ответят. Если нет, отвечают специалисты. Главное, как считают сами участники, им удалось обменяться опытом с коллегами. На примере успешно реализованных проектов педагоги рассказали, что можно привнести в учебный план. Самое главное – это обмен опытом. То есть из каждого доклада мы берем самое ценное, самое необходимое и обязательно его реализуем в своих школах. Очень интересно, и действительно нужны такие конференции.